3-0 в пользу «Луча». Хоккеисты Сергиево Посадской команды одержали победу в очередном матче проекта «Народный хоккей 50+». В народном хоккее принимает участие 16 любительских команд из 10 городов Московской области. Все хоккеисты старше 50 лет. Команды разделены на две группы. Сергиево-Посадцы относятся к группе «Б». 9 февраля «Луч» принимал команду «Кристалл» из «Электростали» на домашней арене. Матч для сергиево-посадцев принципиальный. И у «Луча», и у «Кристалла» по две победы и одинаковое количество очков. Ну, «Луч» мы считаем себя одной из сильнейших команд, поэтому нам принципиально выиграть все матчи. Ну, соперник, я так считаю, что на данном этапе, вот по нашей группе, наверное, один из самых сильных. Ну, там еще команда одна есть, которая тоже выиграла. Три команды, вот сейчас на первом месте идут. Поэтому каждая игра, как бы, понимаете, в лидеры выходишь. Среди болельщиков глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев. Поясняет, в случае удачных выступлений в проекте «Луч» поедет в Сочи. И вот в ближайший месяц проходит серия очень важных игр. Да? У нашей команды есть реальная возможность попасть в Сочи на фестиваль, на майский фестиваль хоккея, который проводится под эгидой ночной хоккейной лиги, где будет играть команда Владимира Владимировича Путина, наш губернатор будет играть. И именно там, в Сочи, во время этого фестиваля будет проходить финал Кубка Московской области. Первые два периода прошли в сухую. В третьем сергиево-посадцы забили «Кристаллу» 3 шайбы. По итогам 3 игр «Луч» находится на втором месте турнирной таблицы с активом в 9 очков. Анна Спиридонова, Антон Коврижных, программа «События».